Представители власти, бизнеса и общества обсуждают прозвучавшее накануне послание главы республики Егора Борисова. Напомним, 24 ноября он в седьмой раз обратился с ежегодным посланием к госсобранию ЛТМН. В числе тем, затронутых главой, бюджетная политика, переход на проектное управление, развитие сельского хозяйства, борьба с алкоголизмом, социальная поддержка населения и патриотическое воспитание. Озвучены не только вот тактические такие вот действия, но и обозначены стратегические цели, какие должна достичь сегодня Республика Саха-Якутия. Что немаловажно, сегодня очень много было сказано о молодежи, о пожилых людях, о многодетных семьях. И, конечно, затронуты были вопросы занятости населения, что сегодня такое самое важное для наших людей.